Всем привет! Сегодня я покажу вам мутагенез из мультика и фильма про черепашек-ниндзя. Я его уже показывал, но сказал то, что открыть его не смогу. Теперь я его открыл и покажу вам все подробно. Открыть его можно только с одной стороны. С этой стороны я его открыл, но там была пластмассовая штучка, которую снять нельзя. После вот этой. Надо было открывать с той стороны, где лежит черепашка. Вот она. Теперь я покажу вам, как открывать. Надо было отвинтить вот этот винтик. И потом, после нее, мы видим вот эту крышечку. Мы ее снимаем и видим вот это. Пленочка и другая крышка. Сейчас я попробую все это открыть. Попробую это открыть. Сейчас я снял пленочку и осталось открыть эту крышку. Крышку открыть эту очень легко. И тут мы видим наш любимый мутаген. Вот. И в нем черепашка-ниндзя. Сейчас я остановлю видео и достану ее. Вот я достал черепашку из слизи. Как я и говорил, это Леонардо. Нет, это Рафаэль. Потому что у него такое оружие. А я думал, что там будет Леонардо. Не отгадал. Фигурка очень интересная. А теперь я попереливаю в руках этот мутаген. Он достаточно противный. Не похож на обычную слизь. Но все же он мне понравился. До свидания. Я буду делать новые видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пишите в комментариях, как вам слизь и черепашка. Если вам понравилось или нет. Пока.